Привет, на канале Мы в мире. Прогуливаясь в сосновом лесу, мы обнаружили кругом вот такие кусочки бумаги. Откуда они? А, вот кто естественный мусор в лесу разбрасывает. Надо же, бумага в готовом виде растет прямо на соснах. И ее в лесу очень много. Практически под каждым деревом можно найти крупные кусочки такой натуральной бумаги. Насобираем и мы себе немного и попробуем что-нибудь из нее сделать. Кстати, сегодня начался учебный год, поэтому давайте сделаем небольшую шпаргалку по геометрии. Отлично, вполне пригодные кусочки. Еще нам понадобится степлер, ножницы, а также гелевые ручки. Выбираем 7 крупных страничек для нашей будущей книжечки-шпаргалки. Вот отборные листы для мини-книжечки. Срисуем все рисунки и формулы с линейки. На первой странице будет прямоугольный треугольник. Формула теоремы Пифагора и как найти площадь прямоугольного треугольника. Вторая страница – окружность. Подскажет, как найти длину окружности, площадь круга и напомнит о знаменитом числе π. Квадрат. Благодаря третьей странице мы будем знать, как найти диагональ и площадь квадрата, а также чему приблизительно равен корень из двух. Прямоугольник. А вот четвертая страничка покажет, как найти площадь и диагональ прямоугольника. Параллелограмм. Параллелограмм. Еле выговорил. Теперь вы знаете, как найти диагональ этой непростой по названию фигуры. Ну а площадь надо просто а умножить на h. Потом допишем формулу в шпаргалку. И наконец трапеция. Будем знать, как находить ее среднюю линию m и, конечно, площадь трапеции. Отлично, все листы готовы для сшивки. Аккуратно и ровненько укладываем странички одна за одной. Сверху еще один лист для обложки. И скрепляем степлером нашу книжечку 4 скобками. Теперь аккуратно обрезаем края ножницами с 4 сторон. И, конечно, титульную страничку подпишем. Получилась такая симпатичная и полезная книжечка-шпаргалка. Вы только послушайте, как перелистываются эти странички. Мурашки по коже. У вас тоже? Пожалуй, для шпаргалки на уроках не пойдет, препод может услышать. А вот как оригинальный натуральный подарок, который вы можете сделать сами, очень даже сгодится. Если вам понравилась такая идея, поделитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал Мы в мире, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы первыми знать о выходе нового видео. Всем отличного начала учебного года, прекрасного настроения и до скорой встречи!